День добрых дел. Когда Никита родился, врачи диагностировали у него сильное кислородное голодание – гипоксию. Его сразу начали обследовать, и диагнозы стали появляться один за другим. Мама мальчика вспоминает, как старалась понять, что стряслось, записывала длинные, жуткие медицинские термины и понимала, что помочь им с сыном может только чудо. Сейчас Никите 9 лет. Он почти не говорит и сильно отстает в развитии от своих сверстников. Мальчик живет в беспокойном, а иногда пугающем мире. Даже в квартире есть такое место – проход между двумя комнатами. Покрытие на полу там контрастных цветов. И кажется, что Никита боится попасть совсем в другое место, если ступит туда. Но он храбрится, замирает и все-таки преодолевает тревожный участок. Единственный островок безопасности – это родители, самые важные и близкие люди. Через них Никита узнает мир. Его папа говорит: «Мы приучаем сына жить. Это долго, но мы надеемся, что он выровняется. Ведь мозг – это как компьютер. Там что-то щелкает, срабатывает и начинает действовать». Пока отец рассуждает так, мальчик держит его лицо в ладонях и изучает, как будто видит в первый раз. С недавней поры Никита ходит на занятия в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра». Он занимается в группе с другими ребятами, и у него есть индивидуальные занятия. Педагоги рассказывают, что заполучить и удержать его внимание непросто. Но когда появляется интерес и отступают страхи, Никита становится способен даже на шалости. Он очень любит прыгать на мяче и качаться на подвешенной к потолку качели. Его эмоции проявляются в игре. Но без нашей помощи Никите и другим ребятам, которые приходят на занятия в центр, не справиться. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100». И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.